Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и сегодня ваша любимая рубрика «Обмен с кинами», я не один. Мужики, поздоровайтесь. Алембо? Здорово! Обои, ты здоровался? Да. Ладно, мужики, переходим в разные войсы. Брат, салам алейкум! Ба-ба-ба! Алем, вот! О, Рикардик, здорово, бро! О, здоровики, мужичалочку! А, скидывай дропчик, скидывай! Я им глока скину, я думаю, этого будет достаточно вполне. Погнали! Погнали! Че, давай в первом раунде в ребрах запрячемся, просто запрячемся, проткнем их! Брат, прячься! Короче, ребята, прямо сейчас прожмите лайкусик нам с обоевиным! Наша команда, мы играем против Рикарда и Арткула, это... Два нупа, я думаю, мы их закроем в нулину. Брат, ты что думаешь, сломаем кабины? Что, не пылись? Не пылись, брат, не пылись! Ты куда меня присыл? Ты чё меня? Ты меня взорвал, бро. А я, да я случайно. Я думал, что кто-то будет из них идти. Бери генезис, Что тут дигл лежит на спавне? Ничего. А, они в ребрах! Нам габелла. Давай! Вот это крысы! Они вдвоем в ребрах или что? А, кстати, ну тактика была неплохая, да, они были вдвоем в ребрах. Давай с двух сторон крепим. Давай, брат, в два ствола! Слушай, ну начало хорошее, да? Да. То, что мы забыли пистолетку им скинуть. Не, ну я им скинул пистолетку. Они идут пушек, готовься. Блин! Возле тебя идет. Давай! Я прозевал, это реально, я просто открыл рот, зевать начал, и он вылетает, что за фигня. Блин! Это было нежданно. Братик 2-0, как нубовик! Ай, хорошая баба, не зря я взял мою команду. Ребята, кстати, мы играем на 100 тысяч голдишки. Я по привычке купил вам 40, надеюсь, они оценят. О, давай я тоже им 40 дам. А, еще хаешки надо, наша фирменная тактика игры. Брат, хаешки, молики. Все покупаем, конечно. Неправильно, для себя пошли. Не, брат, смотри, такой для себя, так нельзя. Что происходит? Я уже заплантил. Давай. Это фишка. О, брат, ты горишь, сорян. Брат, ты сейчас умрешь. А, папа! Рикардо, все это видео. Что происходит? Этот в молике стоит, горит. Че у них там такое вообще? Мужик, что с тобой? У тебя 16 хп, они уже заплентили. О, слышь, чувак, делай рейд, ты чей? Я уже заплентил, бро. Хорош, красавчик, как они же могут раздефать, ты че ушел? Да не, их там не было. Ну, кстати, по тактике у нас все хорошо. А куда они на заплентили? Брат, кого слепит, тот бот. Блин, меня слепило. Они на А? Хорош, сломал кабину! Так где ты, пупсик? Мужик, дивюсь! А баба быстрее! Это трэш. Брат, хэштег позор, не? А как они взяли М40? Он же даже не пошел за ней, он просто запоинтил сразу. Они не успели. Отлично! Но ты лучше сначала дроп бери. Брат, давай сейчас им чисто, чтобы никто не писал в комментариях, как обычно, что Кентуха, ты бухой дроп кидаешь. Давай скинем, вот прям дроп, прям от души. Я фама скину, жестокий. О, и давай я в дыму все запрячу, чтобы они искали. Все, найс. Так, а ты приготовь хаешку на всякий случай. Как только ты чувствуешь и видишь хаешку, что они летят или собираются кидать. Ой-ой-ой, не-не-не, мужики, по мне ничего не бросайте, они ждут тебя. Он сидит за... Ох, ты ж крыса. А, у меня лоу хп. А, баба! На кого ты меня ставил? Шо ж ты как нублимый? Мужик, ты чё? Ты чекаешь, у них же скины? Дядь, откуда? Они ж только недавно с Brawl Stars пришли как будто. Давай вот так отсмотри. Так, планчу в необычном месте. А ты уже смотри, что за скины. О! Это было нечестно. Нормальный поинт. Есть инфа. Информейшн! Где он? Инфа есть, брат? Пуэнто точно, за пуэнтом пошел. Брат, очка мамонта стоит? Ай-яй-яй. Забираем кентуху. Кентуха не на проводе, ты понимаешь? А, Боба, давай просыпайся. Братва, договорились с собой, но говорю, в 12 жду тебя в ДСе. Я Боба в 12:15 пишет. Я проснулся. Так, а чтобы скинуть такого интересного? Ой, может М40? Давай вдвоем скинем М40. Давай М40 скинем вдвоем. Да, на базу мэнчик. А, я им Олик скину, не то, подожди. Мужик, быстрее! Давай хоть раз подберем их дроп. Давай, мужик, быстрее.
Да блин, еще и хаешку мне по попе дали. Ты что делаешь, Абовин? Абовин опасный тип. Бро, там тебе юспик хороший лежит. О, отлично, у меня хп нету тут. Нам им 40 дали, мужик, давай. Вот это прям должны выиграть, давай, родной. Вот сейчас мы знаем, Абовин по-настоящему 740 играет, или с софтом. Давай с ножами засядем в ребрах. С ножами в ребрах, отличная идея. Брат, ты еще дефиза не купил? Ну я тоже. Нам габелы, не? Плюсик жесткий. Слив. Братик, я верю в тебя, давай. 740, я тебя прикрываю, короче, с дома. Где они? В ребрах. В ребрах? Опа. Один был точно. Давай сейчас смотри, в ребра. Я влево, ты вправо, вот так. Я промахнулся. Блин, я хотел с нож... Ой, я хотел 740. Данечек прыгал. Брат, ну это хэштег позор, не? Не, просто дуэль честно принял, они не приняли. Они побежали на моем 40 с ножом, когда я с ними с М40 они должны были. Давай два авика оставим. Блин, денег нет, я только закупился. Давай им 2 М40 выкинем, и все. И бежим, быстрее бежим, вот прям по фасту. И давай еще хаешку куплю в них заброшу. Все, мужик, погнали. Понимаешь, в чем проблема? Надо запретить тут в обмене скинами. Ай! Я двоих застопил. Говнюки. Давай ждем. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Найс. Блин, а я что встал? Что там творит? Дядь, давай по шурику бежим. Я возьму авик, ты будешь 740, давай так. Где? О, это там 40, найс. Они мою подобрали, ну ладно, я возьму ее. Не, я скинул хаешку, встал еще и сам надамажился от нее. Давай, мужик. В честь того, что они меня не простили неправильно. Да тут габела полная, надо тащить. Минус один, я вслепую забрал. Сверху, у него 40, давай, мужик. Оу, ничего так. Разменщик хороший, кстати, был. Давай, я верю в тебя, баба. Сделай это ради нас, ради семьи. Понятно, ГГшка. Брат, ты ж король М40, ты чё? Так я не проснулся еще, ты чё гонишь? Надо проснуться. А как ты со мной разговариваешь, если ты не проснулся? Ой, хорош, давай! Да, баба! Я люблю этого парня. Ай, Данечек попал! Опа, а дефуза надо бы. А ты что, дефуза не купил? Нет. Не, мужик, давай соберемся. В смысле, 4-1. Че, какой скинчик? Ой, оцени скинчик вот этот новогодний. О, найс, брат. Вот как раз пусть с ним и играют. О, все, погнали, бежим. Встаем сюда, ждем, пока не... Так, а что скинуть им? Как ты думаешь, что нужно скинуть? P90. Петуха? Yes, of course. А давай две хаешки кинем. Ты готов забросить? Блин, Диан, ты меня ослепил. Блин, меня дважды ослепил. Быстрее, в плент прячемся. В плент. В дыму. Я стоял АФК, и по мне не попали ни одного раза. Так, ой, МП7. Это кентовская. Все, ты запрятался? Да. Давайте, идут к тебе. Зря ты смог оставил, они ждут нас. Они что-то догадываются как будто. Дядь, мне страшно. Меня спалили на минимапе. Че там, видно кого-то на горизонте, бро? Кстати, пока что чисто. Иду закладывать бамбу. Давай. Может, они на план пошли? Влетаем! Это что было? У меня стендап полетел! Ань, так они тот, в смысле? Брат, давай! А что это такое? А че он у меня на месте стоит? У меня просто все мерцать начало и вылетел стендов, нормальная тема. Брат, ну то есть ты сейчас меня оставляешь одного в два? А ты выиграл раунд? А давай я им ничего не запрошу. Ну так будет максимально по-честному. Ты же вылетел? А ты выиграл раунд за меня, за то, что я вылетел? Да нет, конечно, брат, я слился за 2 секунды, как обычно. А Боба вылетел! А Данючек просто бегает у меня на одном месте. Я думаю, что ж такое? Давай, мужик, просто максимально по фасту, просто играй 1-2. Но я им, короче, из дропа ничего не скину. Давай, короче, сейчас будем только с ножами, понял, в этом раунде? Let's go, Мэнчикус! Брат, как тебе вылеты, нормалек? Вообще, им валюта, особенно когда не выспался, такое видеть, это печально. Давай, брат, заходи, 5-1! У них, смотри, у них с дропа вообще ничего нету. Давай, короче, сделаем, сейчас должен затащить кент. Ну, очевидно же, 5-1. А, вот тут дропа нету, нормальный кентуха. Ну все ж по-честному! Так, ну что, давай как-то... Тихо! На ножички, да. О, минус аркул, найс! С ножами захотел, понял. Давай, на ножа бери молодого. Слушай, это было не слишком жестко, как думаешь? Не знаю. Ты чё, Рикардо? Чекай, в лоб ему. Блин. Да блин. Брат, на опыте забрал. Мне кажется, они прям сколько плохих слов сказали, ты даже не представляешь.
Ты его хотел просто смоком в лоб попасть. Да. В лоб попасть. Было бы забавно, если бы он отлетел от этого. Походу поняли, что я вылетел, и ничего особо не говорили. Не, я думал, они сказали что-то по типу. Не, на больше кенту мы видео не пойдем. Короче, я придумал план. Давай бросать дым у них на пленту, чтобы они постоянно в дыму, как ежики в тумане, находили все. Год дробовики скинем. Фабны. Фабчики, давай. Блин, на хаешку денег нету. Давай, бросай! Давай! Ай, жестко попали вроде. Нормально, мальчики, вы пытались. Ой, хорошо-то как. Так, мужик, смотрим, что они нам скинули по дропу. Надеюсь, счет хорошее. Нам дробаши скинули! Чего закидало? Я, кстати, тоже дробаши скинул, такой же офигенный. О, тут авик, и фабн лежит тоже. Нормально, беру авик на себя. Ты что там делал полгода? Да я пока добил. Я тут развлекался, чтобы ты понял. А что тут у меня есть? Ой, калашик есть. А, это мой калаш. А, так нельзя тебя калаш было кидать. Тебе надо было новый дроп покупать для них. Они тут. Слева, возможно, что есть. Первый. О-хо-хо! Чего ты дал? Слева, возможно, что есть. Первый. А, да. Чел просто на плюс 2 выходит. И авиком забираем красивенько. Красивенько. Давай! Ой, хорош, братанчик! Не, ну а Боба как будто чисто на скеле. А Бовин не прощает. Ой, жестко. Братва, сейчас видосик будет дальше. Смотрите, хотел бы вам рассказать то, что на булдропчике нашем с вами любимом, там, где можно выбить топовый дропчик, вышло ново. Добавили кучу всего прикольного, но самое классное, добавили новый ивент, там, где ты колотишь крапуса и за это получаешь ману. А потом эту ману ты меняешь бесплатно на топовый дроп. Также на моей башку ты видишь секретное слово. Ты уводишь и забираешь свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Я еще один акусик скину пацанам. Давай. О, ну окей, пускай. Чего, у тебя головы нет? Где мой нос? Это что было? А, у тебя глаз не было, у тебя только очки были. О, давай через мид пробежим. Вот это, кстати, неожиданно будет. Подожди, дал флешку, подожди, осторожно. Мужик, давай быстрее бей к ним на плент. Давай посмотрим, что они нам скинули. Надо уже компетить, но ты гонишь счет 5-3. Дядя, ну это вообще не серьезно. Не сы, мы им даем шанс на камбэк. Брат, они нам в рот дают, пока мы им даем шанс на камбэк. Давай, родной, погнали, метро, Люблину, работаем. О, тут у нас, смотри, да. Авик есть. Такая авик с прошлого раунда. Да? А что за смоук? Они сюда что-то позакидывали? Да. Ничего нету. Бери баблгамку. Так я взял фабн. А, да? Ну тогда все, погнали. Кстати, да, братва, прямо сейчас напишите в комментариях, как вы думаете, кто же из нас победит. Опа, будильник. Так, нужно проверить, все, мало ли, нет тут вроде никого. Давай, я темку чекаю, бро, там простреливает темку кто-то. Все, давай, брат, погнали. Ой, хорошо. Жестко накоцал Рика. А, они вдвоем на лангу. Ой, хорош, братан! Влетаем! 4-5! Да, блин, 7 хп снес только! Ладно, нормально. 4-5 счет. Сейчас за ТС закамбэчим. Камбэк легендарный, как и планировалось. А ты был уверен, что мы откамбэчим? Ну так честно. Конечно. Смотри, дропаем, давай им диглы аурейте. Может быть, они немножко поотвлекаются на диглы, и мы чисто еще затащим. Давай. Ди-ди-ди-диглу! Знаешь такую песню? Yes, of course, лучшая песня вообще. Погнали, быстрее, бежим, сразу плент. Мужик, погнали, сразу плент, даже не подбираем их дроп. Давай. Он бежит с пачкой плентить. Ой, я промазал, жесть, как это. Давай, быстрее пленти, а я пока подберу дроп. Великолепный план, Уолтер. Ой, так тут выбор, понял? Тут что хочешь, бери. Ладно, я с Тэкнайном побегу. Беру беретики. Как думаешь, что нам оставили дигла у рейд? Нам 2 дигла у рейд оставили! Найс. По кому пойдет тут нуб? Залетаю. Тут никого. Опа, видел одного слева. Попал, жестко. С темки вышел. Мужик, это Габелла! Вылетаем! А, убивай. Не слезься, у меня 67. Блин, дядь. Какой же тайминг споймал? Домой. Хорош! Я, по-моему, не успею, да? Или успею? 5, 4, 3, 2. Изи. Экономику не подрасчитали. А, ребят, хэштег нубы. Бра, слушай, давай мы еще М40 им скинем. Чисто посмотрим, как они играют на М40. Блин, сейчас 2 хаешки, если прилетит, вообще будет такой рофл. Ну, пацаны, не кидайте ничего. Кентуха, выкинь. Ты как обезьяна с гранатой, выкинь ее. Смотри, этот смолик остается. У меня 3 хп. Попал? Да, в одного жестко попал. Он психанул и бежит за нами. Все, мужик, быстрее. Ну, мужик, я им 4-1 уже подобрал, уже могу ломать кабины. Это, как говорится, бои без правил. Давай, брат, и Тёмку простреливай. Ой, на последний патрончик. 40.
Рикардик, братик, кабина отлетела за 2 секунды. Слушай, бро, надо камбэчить. Мне кажется... А, у меня вылетело. Кибератаки вот эти вот. Камбэк отменяется. О, давай им на мусорке запрячем чисто к бомжам. Только купи новый дроп. Да давай их дропы запрячем, уже нормально. Оп. И давай, чтобы не нашли дым, 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 дым кидай, дым кидай. Имба. И бросаем еще на проход им молик. Все, имба. Мы выиграли эту игру. Нормально, 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 соляночку тут ищу. Что, реально? Ты вытащил? Ну, не-не-не, почти, почти, почти. Брат, давай, чтобы все было по-честному, будем с ножами. Ну, реально, не подбирай, давай, не подбирай. Быстрей, 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 прячемся, прячемся, прячемся. Ну, давай, заплыните и в ребра идем. Ну, чтобы все было максимально по-честному, будем чисто с ножичками играть. Давай, тащи, тащи его. Дядя, иди сюда ко мне. Абоба! Абоба! Я его бай еще не сы. На киберспорте справа кто-то тут спрыгнул. Блин, я же... Абоба! Тише. Я ему слился, подарился, так говорится. Я просто раздеваю. Серьезно? Нет! Походу, да. Да, блин. Кентуха! На проводе! Брат, это был гениальный мув, не? Ну прям гениальный, ребята! Хэштег гений! Брат, а ты гений с ней или без? Ну короче, Абовин гений без... Не, напишите в комментариях, какой Абовин. Да, брат, давай сюда. Слушай, надо им сделать, по-моему, раунд с юспиков. И вот такой вот жесткий юспик им... А, у тебя... Ты... Авик скинул, мэнчик! А, что тут горит? Блин, молик не увидел. Ща, бро, я сижу в засаде. А-а-а! Ой, блин, я случайно отколоть замочил. Меня Кент просто зарезал, чтоб ты понимал. А как по засадам, нормально? А ты где в засаде сидел? Так я же еще не добежал даже посмотреть скинчики. А я весь спис бросили, одно на двоих. Брат, бери ты, тебе нужнее, потому что ты играешь хуже, чем я в два раза. Че, погнали сольемся им? Давай сольемся, нужно все было по-честному. Кент, а что такое? Так нельзя, хорош туда. Ой, блин! Я случайно! Я отвечаю, хотел слиться! Дядя, он сам выбежал мои патроны! Я не знаю! Я это видел, но это было очень смешно, не? Кент, так не пойдет! Так, а го бери, ты просто дропнем им вдвоем. Вот давай сейчас без подстав сбросим им максимально хороший дроп. Потому что, ну, я считаю, мы поступили очень некрасиво. И надо сбросить им максимально хороший дроп. Ну реально, ну, мне же неловко. Даже гранату не бросай даже по ним, окей? Просто чисто все сбрасываем им. Вот как нормальные пацаны. Брат, мы же договорились! Хочешь прикол? Домой. За что? За что? За что, Кентика? А нечего было в предыдущем раунде так поступать со мной. Арткул меня замочил, он отомстил, негодник. Не, дядь, ты спалишься, не делай это. Ай, все. Не, ну мне кажется, Габел Абовину. Где? Дядь, давай! Я ослепленный был. Ребята, 8-6. Хэштег непогано! Ну что, родной, давай в этом раунде мы сбросим. М40. Вот я хочу битву на М40. Ты не хочешь? Вот реально. Я дигу сделал. У меня не хватило на ни на что больше. М110, есть деньги на М110? Конечно, конечно, давай. Оп, 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 оп. Погнали. А Бобо, у меня для тебя есть небольшой подарочек. Можешь подойти? Брат, маленький скромный подарочек. Стой, замри! Брат, подарок. Опа! Убегай! Абоба, убегай! Ты чё? Все, Габел Абовину. Мужик, ты чё? Ну, блин! Это за предательство, брата. А, по дропу тут тоже все замечательно. Прелестно. Хоть прикол. Пачка тут лежит. Я молик закинул. Забирай. Ну, попал по кому-то, прикинь. А он там сум 110 мне снес минус 70. Псих. Не, слушай, ну это прям, вот я прям чувствую себя каким-то киберспортсменом. Ой, блин! Чего я отдал? Чел, просто я не знаю, как ему так залетело, конечно. Нормально залетело, да. Оставим петуха. Блин, я купил МП7, ладно. Брат, давай за то, что мы поступили, мы сейчас вот максимально хороший дроп им скинем. Потому что я считаю, что я поступил некрасиво, и все комментарии будут писать хэштег Крисенштейн. Мужики, можете писать. Я, вот смотрите, я пытаюсь как-то искупить свою вину. Вот хоть как-то. Я в рекардике жестоко попал. Ну смотри, поскольку там минус один, я... За что? За что ты, Кентик, это? Абовина бычикал. Або, посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Он просто... А что он делал?
это было. Ребята, счет 9-9-7. Хэштег непогано. Ладно, я гуа кидаю, у меня больше нет денег ни на что. Да в смысле, как это ничего? А сколько у тебя денег? 600 осталось. Мне на хаешку и броню главное хватило. Давай М60, давай М60 скинем. Блин, я уже спас купил, а что ж ты так поздно? А, я ничего не вижу. Там белые все. Я и тебя ослепил, да? Так, ладно, погнали. Они кинули пулемет! Ну слушай, тут два глока и ну, выбор очевиден. Я не понял, что за мы уже стреляем, да? Ну давай. О нет. Вот и помер дед Максима! Не, ну слушай, ну не как ЭР был, у меня пулеметик, ну я с пенни солью! Брат, сейчас главное, понял, сейчас главное вот прям собраться на мужика. Ты знаешь, что такое на мужика? Походу. В смысле походу? Ты или знаешь, или не знаешь? Да знаю, не сыграл. Опа. Диго откуда? Давай по 350 поскидываем им. Вот это, по-моему, нормально будет для пацанов. И давай устроим им тёмку, смотри. Не уходи никуда. Иди сюда. И с ножом сейчас заберем их. Или одного хотя бы точно причикрыжим. Понял? Флешку под себя и бежим вперед, да? Да-да-да-да-да. Ой, а боба-боба. Ой, а боба-боба. Кстати, ты заметил, когда ты бежишь по молику с тиммейта, а тиммейт меньше хп? Да. Что за фигня, где они? Слышишь, у меня есть идея. Стой, стой, стой. Давай когда-нибудь забегать, мы им туда хаешку кинем. Слушай, тебе не кажется, что они в ребрах сидят? Иди сюда, они в ребрах сидят. У тебя есть хаешка? Такая хаешка, мужик, у меня вообще ничего нету. Погнали. Нет, тут никого. Блин, я потратил хаешку просто так. А где они? Может, они на пленту где-то? А, вот они! Дядь! Нет! Они флешку бросили! Мать моя женщина, они молик бросили! Это что было? Баба, отомсти за меня. Вот с этим ты будешь играть. Ты что, на ножа? Так а чё он? А чё он на... А Бовин! Забери Бовина. Он нечестно играет. Нельзя так, алё. Рик играет хуже Арткула, найс. Я думаю, ты его закроешь. Ты на ножах его предлагаешь? Я предлагаю сейчас запланчить просто и проверить его на честность. Будет ли он меня забирать, когда я планчу? Я думаю, он будет честным и не заберет без дропа братана. Я его не забрал, когда он был без дропа. Не, последний раунд у нас, конечно, такой ультовый чистым. Вообще просто. Ладно, давай ластовый раунд. Ластовый раунд сейчас скинем. Я М110 скинул. Дядь, я понимаешь, я вместо брони купил АКР. Понимаешь, насколько я честный человек? Ну я не знаю, что им скину. Давай М4 скину. Вот такую вот классную сосну. О, погнали, погнали, погнали. И давай через мид, бро, давай через мид. Let's go, let's go. Даю флешечку отвлекающую. Я тоже дал флешку. О, нет. О, нет. Быстрее бежим, слышишь? Они еще дым бросили, мне стрёмно идти. Я их лучше обойду. Они сзади обошли, походу, из мида. Я видел. О-о-о! Быстрее подбирай дропа, боба, за что тебе плачу? Тут калаш и М110. Чего ты хочешь? Давай ты с М110 будешь. М110. Потеем, потеем. Видишь, да, там обовин? Точно, мне кажется, будет это в ребрах, поэтому даю хаешку. А, блин, нет, нет. Ага, я живой. Забрал обовина. А, там, на миду, на миду. Пробегай, плен, дефать. Да, дефать. Конечно, у меня 47 хп. Ну забей, просто не полетело, просто не полетело. Ну что ты с этим сделаешь? Да! Ничего я разыграл! Хэштег мужчина! Найс, как говорится, я сегодня на сонных скиллах был, поэтому сегодня каточка на кентухе была. Хэштег Абоба Нуб! Ребята, хэштег Ипана, хэштег Киберспорт и хэштег... Обязательно поставь лайк и напиши в комментариях, за кого ты болел. И напиши, пожалуйста, брат, это была честная или нечестная дуэль. Потому что мне уже надоело. Каждый раз мне говорят, что я мухлюю. Ну в этот раз все же было по-честному, правильно, Боба? Плюсик, плюсик, мы мало того, что дарили тоже раунды, поэтому все честно. Ваши эмоции? Да вы нечестно играли. Да ё-моё! Подписчики в комментариях напишут, мы играли честно или нечестно. Все, мужики, прожмите лайкусик, подписывайтесь на наши каналы и напиши в комментариях, с кем снять еще подобную рубрику. С вами был Кентуха и Банда, всем пока. Пока, пока всем.